мы в прошлый раз вам обещали, третья часть LEGO Nexa Knights. Что сказать? Поехали! Поехали! А кто там? Барашки блеют. Где? Ну что, поехали дальше? Да, смотри. Давай собирать наш мобильный. Где, смотри. Да, там барашки. А нам куда надо ехать? Давай нажмем, нам надо что-то посмотреть. Мы можем улучшить крепость. Так, это что за сила? Ядовитый взрыв. Хорошо, у нас есть ядовитый взрыв. Попробуй. Да, попробуем, что это такое. Попробуем силу ядовитый взрыв. Попробуем? Давай. Сражение. Давай, пробуем. Ого! Давай добей из этого паука. Ну все, понятно, да? Закрываем. Интересная сила. Возвращаемся. Давай с нашей крепостью поедем дальше. Навстречу приключениям. Давай вот сюда нажимай. Вон стрелочка моргает. Ну-ка, проехал мимо. Нажимай. Нажимай на мечи. Смотрим. Сражайся двумя Некса-рыцарями. Так, подожди, давай. Зеленого? Денис выбрал Аарона. Так, а второй кто? Нет, одного ты выбрал? А второй кто? Давай Акселя возьмем. У нас два будет Некса-рыцаря. Ого! Мы против Джестера будем сражаться. Ну, это главный нехороший босс. Сейчас будем побеждать Джестера, Ди. Смотрим. Сюжетная составляющая. Кто это? Ну, ты выбрал Аарона. Побежали. Надо же! А вот и Некса-бездарь! Смотри, Джестер нас встретил, да? Джестер, в чем твоя проблема на этот раз? Нажимай. Итак, мой план так... Ну, нет уж. На этот раз-то не вытянешь из меня мой план. Чуть не сдал себя, злодей, да? Все ясно. Почему бы тебе не сдаться сейчас? Ты проиграешь. Конечно, проиграет. Вот еще. Мы с моей книгой монстров уничтожим вас. Ха-ха-ха-ха. Вот, сражаемся. О, он дальнобойный у нас, смотри. Не спеши. Это дальнобойный, это воин дальнобойный. Нам надо не подходить. Стрелки. Так, нам надо главное убить плохого дядьку. Надо уворачиваться. Вот. Ой, мы долго будем так бить, да? Вот так, получай. Оп, увернулись. Оп, увернулись. Отлично, всех обманули. И сюда. Смотри, Диня, а слушай, а у него здоровье-то больше, чем у нас. Как так может быть? А, тут можно быстро атаковать. А мы по одному выстрелу делаем. Ну-ка, давай-ка. Стремительная атака его. Ой, что-то мы проигрываем, мне кажется, да? Подойдем поближе к нему. О, слушай, а он там... Ну-ка давай ядом его. Ядом его, да? Зеленое, видишь, все вокруг него? Бульки какие-то. Твердыня решительности! Ой, мы, кажется, зря здесь использовали, да, Дим? А, это просто сила нам прибавляет. Сейчас вторую сразу силу используем, да? Стремительная атака! Бам! Отлично! Победим Джестера? Главное победить за злодея, правильно? Сейчас мы его закончим стремительной атакой. Стремительная атака! А будем еще убивать его?
Давай, 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 нажимай, нажимай. А, все, не успели мы нажать на зелье. А это за Мерлока. Отлично. Ой, а что он встал? И убежал. Ай-яй-яй, ах, этот Джестро. Он убежал, Дэн, ну-ка соберем давай ресурсы, чемоданчик. А зачем ты сейчас использовал силу, день? Разве сейчас есть противник? Ты зачем сейчас использовал силу? Противника-то не было. Подожди, подожди. У нас новый уровень силы. Пятая награда. Пятый уровень у нас, друзья. Пятый. Продолжим наш поход дальше? Да. Какая у нас награда с тобой? Еще один костюм. Еще одна броня. Штаны. В общем, для разных рыцарей, обрати внимание, Дэн. Хорошо. Нормально мы с тобой идем, да? Да. Кто это? Ну, отлично. Это кто, барашки блеют? Собирай звезды, чтобы сделать мощнее силы одного цвета. Все понятно? Будем собирать звезды. Где? Так, Дэн, смотри, там ворота. Давай к воротам подъедем. Что там с воротами? Да. Езжай к воротам. К воротам нельзя? К воротам нельзя. Значит, туда надо ехать. А, надо нажать на крепость. Что-то сейчас делать надо будет. Так. Здесь один знак. Итак, у нас первая звезда. Новый уровень силы. Твердыня решительности. Здорово. Отлично. Все. Что мы нажали с тобой? Ты понял? Да. Я не понял, а ты понял. Расскажи папе тогда, что мы сейчас будем делать. Ты знаешь? Да. Что мы сейчас будем делать? О, зелье. Так. А, опять. Это мы пропускаем, Дэн. Мы с тобой не знаем, как этим пользоваться. Это нам надо сфотографировать какие-то значки, а мы так и не знаем. Друзья, вы нам так в комментариях и не написали, что с этим делать. Ой, еще! Нажимай на стрелочку. Поехали туда. Мост. Мы приблизились к мосту. Найтан в опасности! Какой-то... Книга монстров возродилась к жизни в виде облака монстров. Вместе с Джестро оно собирает монстры из горгулий и каменных изваяний. Ужас какой! Страшный лошади. Видишь, какое облако Джестро. Какой ужас! Горгульи, облако, Джестро. Дэн, надо что-то делать, да? Давай. Сейчас, подожди, и покажут нам с тобой заставку всего этого ужаса. Там. Какое облако, да, кровожадное? И Джестро. Ну что, сейчас будем побеждать облако. Поехали! Давай. А кого? Да. Кого? Мэйси, давай, Мэйси. А кого еще возьмем? Арон? А все, двоих выбрали. Мэйси и Арон. А что ты нашего основного рыцаря не берешь? Каменный волшебник. Поехали. Опять нам злодея придется побеждать. Ты готов победить злодея? Да. Сейчас много-много-много раз будешь на него нажимать, да? Мы еще, кстати, с тобой Мэйси не дрались. Крепость наша подъехала. Кто это? Мэйси! Вперед, Мэйси! Какой это Мэйси? Это никакой, а какая? Побежали. Первый бой. Опять эти гоблины, или как их там. Давай бей, 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 вот этого бей обязательно. Молодец. Я тебе чуть-чуть помогу. Когда же они закончатся-то, а? Неугомонные. Цифры вылетают! Ой, цифры вылетают массово прям. Так, чемодан. Что-то мы набрали с тобой тут, да? Курочку взяли? Так, сейчас будет следующий бой, готовимся. Следующий бой будет... Бой 2. О, это каменный волшебник. Давай силой сразу его. Давай его силой, Дэн. Стремительная атака! Отлично. Ой, мы ему, смотри, сколько сил. Сюда, а куда делся волшебник? Ой, отходим, отходим, отходим. У нас камнями забрасывают. Сейчас большой камень, смотри. А, это волшебник. И давай ядом его. Добивай, добивай. Отлично. Все. На изи, Дэн, молодец. Давай сейчас сундук открываем.
Собирай все, что в нем есть. Молодец. Все. Да ты что, неужели прошли? Чего пошли? Ну, победили очередного маленького босса, правда. Давай еще кого-нибудь возьмем. Сейчас или в следующий раз? Сейчас. Хорошо, сейчас пойдем дальше. Ого, тихо-тихо смотрим. Это катсцена. Так это же катсцена. Внимание, рыцари, дело очень серьезное. Нам, вернее сказать, вам приходится не сладко, на поле боя. Горгульи превращаются в камень, только если к ним применить Нексосилу. Но и тогда монстр сможет вернуть их к жизни с помощью своей новой магии. Все это, мягко говоря, весьма ярко. Нужно послушать. Ты слышишь, что надо делать? Нам только с помощью Нексосил. Надо внимательно слушать, что нам делать, понимаешь? Триангулятор. Зачем ты нужен? Этот триангулятор позволяет нам объединить Нексосилы Мерлока. Впервые в истории Нексосилы на ваших глазах сольются в новую, более мощную силу, которая при умелом обращении сделает вас еще более потрясными рыцарями, чем прежде. Понятно? То есть надо сейчас три Нексосилы в одну объединить. Супер! Мы прошли апгрейд, друзья! С горгульями будем драться, это сложно, поэтому у нас вот сейчас будет апгрейд. Бабах! Бабах! Вот они, три силы! Все горгульи без нас победили. Дай еще. Ну, пойдем сейчас дальше. Да, у нас что? Какой уровень? Шестой! Шестой! Нажимаем на награду. Награда у нас... Первая! Одна, да? Как, какому рыцарю, непонятно. А, это первый самый, Клей. А это вот этой девчонки с молотком. Все мы улучшили. Давай еще это. Друзья, мы закончим в этот раз на мосту. У нас какой с тобой уровень день? Шестой? Пять. Шестой. Пять. И что будет после моста, мы узнаем в следующий раз. Это будет уже четвертый выпуск, но на сегодня мы с вами прощаемся. Это будет седьмой уровень. Седьмой уровень тогда будет. Ставьте нам пальчики вверх, как пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои классные комментарии. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новостей. До новых встреч, друзья!